Рафаэль, сейчас же вытащи ластик из носа, пока Симон тебе... Фрау Инсбергер! Эй, жертвы неудачной контрацепции, почему учитель в школе, пока вы тут развлекаетесь? А ну в машину! Нам в школе сказали, чтобы не садились, кому попало в машину, особенно к разным старперам. Гонза! Вы его что, по телефону нашли? Я его чипировала. Ваш тоже потерялся? У меня несколько. Чипируйте или кастрируйте, вообще проблем не будет. Так, ситуация критическая. У нас всего 4 недели. Или мы все мобилизуемся, или нашу школу прикроют. А выходное пособие будет? Прыгай уже, сейчас телефон сдохнет! Самая большая проблема – треклятый ЕГЭ для старшеклассников. Им надо набрать проходной балл. Что? Вы же говорили, что это не обязательно. Так нечестно. Я в отличнике не нанимался. Сами сдавайте свой экзамен. Мама не хочет, чтобы я ходила в школу. Говорит, пустая трата времени. Да. Если в тебя не верят дома, не верят в школе, это все равно, как если бы перед тобой взяли и захлопнули дверь в твое будущее. Шанти, ты красава. Если перед тобой закрыли дверь в будущее, стукни по ней ногой и открой ее. Если мы соберемся и как следует подготовимся к этому чертовому ЕГЭ, я не потеряю свою работу и школу не закроют. Так вы со мной или нет? Да! В жизни столько букв не видела. Аж в глазах рябит. Это будет зачетный год. Да! Да! Короче, это такая специальная вакцина от менингита и слабоумия. Что такое, Шанталь? Жалеешь, что тебе уже поздновато ее делать? Зачетный препод 3. Это же для чипирования животных! А у меня шерсть не вырастет! Смотрите в кинотеатрах с 12 апреля.